Сегодня 13 мая. 135 лет назад, 13 мая 1885 года, состоялись торжества по случаю спуска на воду первого парохода, построенного в Самаре. Он так и назывался – «Первый». Собрали его на заводе господина Бенки по заказу самарского купца Федора Углова. Первый совершил пробный рейс до Барбошиной поляны. В числе именитых гостей, находившихся на палубе, был самарский губернатор Александр Свербеев. Корреспондент одной из местных газет, рассказывая об этом событии, писал так. «Нужно ожидать, что примеру купца Углова последуют и другие коммерсанты». И оказался прав. Заказы посыпались отовсюду. До 1910 года на Волгу было спущено около 40 судов. Ежегодно 13 мая в нашей стране отмечают День Черноморского флота ВМФ и День охраны конвойной службы МВД России. 13 мая на свет появились советский актер театра и кино Николай Пастухов, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, российский певец, артист, режиссер Ефим Александров и другие известные люди. По народному календарю сегодня Яков Теплый. В старину с этого дня переставали свататься, считая май неудачным месяцем для новобрачных. Поэтому даже предложение о женитьбе в это время было обидным и зазорным делом. Отсюда и поговорка «В мае жениться, всю жизнь мается». Это были лишь некоторые интересные события 13-го майского дня. Всего вам самого доброго!